Как Леонардо да Винчи рисовал деревья? Не знаю, правда это или нет, но говорят, что именно Леонардо да Винчи вывел такую закономерность. Если провести кривую линию, на месте изгиба можно изобразить ветку. Еще раз, каждая выпуклость линии – это начало новой ветки. Очень удобно и не надо ничего придумывать. Смотрите, где линия поворачивает, ее неровность, и там начинаете новую ветвь. Единственное, что ближе к стволу, веточки должны быть толще, а по мере удаления тоньше. Ну а дальше совсем просто. Немножечко добавим тень, сделаем дальний план, и получился даже какой-то пейзаж. Такие наброски полезно делать не только для развития воображения, но и для поиска композиции в пейзаже.